Тележки с массивными рогатыми шарами катились по рельсам на палубе и одна за другой соскальзывали в воду. Мина на площадке бомбоспроса. Мина сошла. Полуночи оставалось еще несколько минут. Заканчивался последний мирный день, 21 июня 1941 года. Немецкие заградители ставили мины в Финском заливе. Оставалось еще несколько часов до первых ударов по советским аэродромам, до вручения ноты послом Шуленбургом в Москве, а морская война на Балтике уже началась. Обычно утверждается, что в отличие от армии и ВВС, советский флот встретил войну в полной боевой готовности. Действительно, еще 19 июня на флоте была введена готовность номер 2 взамен повседневной готовности номер 3. У всех баз были выставлены дозоры и велась постоянная воздушная разведка. Боевую готовность номер 1 объявили по устному распоряжению наркома Кузнецова незадолго до полуночи 21 июня. Но корабли Балтийского и Черноморского флотов не были приоритетной целью для немецкой авиации. Даже главная база Балтийского флота в Таллине осталась неатакованной. Да и приведение флота в боевую готовность происходило не так быстро, как хотелось. Капитан третьего ранга Грищенко, командир подводной лодки Л-3, писал в своем донесении. 22 июня 41 года в 4:30 был разбужен сильными взрывами бомб. Грищенко слушает. Да, слушаю. Лодка находилась на Любавской военно-морской базе. Но бомбы падали не на корабли, а на аэродром истребителей. Если бы целью германских бомбардировщиков стали гавани, они имели все шансы устроить советскому флоту Пёрл-Харбор. Но германское командование рассчитывало запереть советские корабли на базах с помощью мин. Советский военно-морской флот был разделен между несколькими несвязанными друг с другом театрами военных действий – Балтийским и Черным морями, Севером и Дальним Востоком. Быстро усилить крупными боевыми кораблями любой из этих флотов в случае необходимости за счет другого было почти невозможно. Но необходимость обороны морских границ была очевидной. Строительство линейных кораблей с мощными орудиями обходилось невероятно дорого. Так называемая советская молодая школа отстаивала возможность асимметричного ответа врагам с помощью подводных лодок и легких сил флота. Некоторые теории утверждали. Одна лодка может вывести из строя линкор. Несколько лодок стеснит действия целых флотов. Эта доктрина получила поддержку руководства вооруженных сил. Народный комиссар обороны Ворошилов. Мы хотим только защитить наши берега и границы. Легкие силы, наша морская авиация и подводные лодки основательно покалечат нападающего противника. В СССР развернулось активное строительство подводных лодок. Оборонительной стратегии соответствовала и тактика подводного флота. На учениях отрабатывался сосредоточенный удар по противнику у своих берегов силами лодок, береговых батарей, авиации и легких сил флота. Лишь перед самой войной советских подводников стали нацеливать на действия у берегов противника на прерывание его морских перевозок. На 22 июня 1941 года советский флот состоял из 3 линкоров, 7 легких крейсеров, 54 эсминцев и их лидеров, 215 подводных лодок, 22 сторожевых кораблей, 290 торпедных катеров, 62 тральщиков. Все 3 линкора строились еще при царской власти. Самым сильным являлся Балтийский флот. 2 линкора, 2 новых легких крейсера, 21 эскадренный миноносец. Самым слабым оставался Северный флот – 8 эскадренных миноносцев. Германский флот «Кригсмарине» насчитывал 3 линкора, 4 легких и 4 тяжелых крейсера,
34 эсминца и миноносца, 155 подводных лодок. Советский ВМФ располагал довольно многочисленным подводным флотом. На Балтике 71 подводная лодка, на Черном море 44, на Северном флоте 15, на Дальнем Востоке 85. Значительную часть субмарин составляли малые подводные лодки типа М, имевшие всего по два торпедных аппарата. В 6 часов 30 минут 22 июня 1941 года в штабе Балтийского флота получили приказ наркома Кузнецова. Флоту немедленно начать постановку оборонительных мин и заграждений по плану прикрытия. Адмирал Кузнецов. Срочно. Однако все реалии начавшейся войны это решение не охватывало. Бывший начальник штаба флота адмирал Пантелеев. Фашистский флот не собирался вторгаться в Финский залив. Наоборот, он намеревался нас в нем блокировать. Первые рейды подводных лодок не принесли успехов. Подводный флот начал нести потери. Окутанный дымом крейсер медленно маневрировал по гавани. Время от времени его орудия выбрасывали пламя. Корабль давал залп главным калибром. Крейсер «Киров» вел огонь по наступающим на Таллин немецким войскам. Противник отвечал огнем тяжелой полевой артиллерии. Боевым кораблям в бухте приходилось маневрировать и прикрываться дымовой завесой. К концу августа 1941 года войска Красной Армии практически полностью отступили из Прибалтики. Очагом их сопротивления оставался Таллин. Немцы и их союзники финны всерьез взялись за блокирование советских морских перевозок. В распоряжении Балтийского флота имелось два фарватера – прибрежный и проходящий примерно посередине Финского залива. Немцы перегородили залив минным заграждением с кодовым наименованием «Юминда» из 2500 мин. Минное оружие стало страшным врагом боевых кораблей и транспортов. Каждый пятый из погибших в ходе войны кораблей стал жертвой морских мин. Главная часть немецкой мины ЭМЦ – шарообразный корпус с семью тонкими рогами. У него внутри в герметичном коробе располагался заряд из 300 килограммов взрывчатки. Большая часть объема корпуса оставалась незаполненной, и он работал как поплавок. От всплытия на поверхность мину удерживал трос, минреп, прикрепленный к тележке-якорю. Регулировкой его длины изменилась глубина установки мины. Свинцовые рога шарообразного корпуса приводили мину в действие. Когда корабль сминал любой из них своим корпусом, внутри раздавливалась ампула с кислотой, и рог становился своего рода батарейкой. Электрический импульс шел от нее на детонатор и взрывал мину. Прорвавшись к берегу залива, немцы взяли фарватеры под обстрел мощных береговых орудий. Небель. Дым. Man sieht nichts. Ничего не видно. Worauf sollen wir schießen? Куда стреляем? Несмотря на все усилия полностью прекратить перевозки, врагу не удалось. Дорогу в минных полях прокладывали корабли Балтийского флота – тральщики. Небольшая осадка тральщиков позволяла им проходить над минами и подрезать минрепы тралами – специальными буксируемыми устройствами. Мины всплывали на поверхность. От них можно было уклониться или уничтожить огнем пушек и пулеметов. Морская дорога действовала. Только раненых с 12 по 28 августа из Таллина было эвакуировано морем 7 тысяч человек. Оборотной стороной перевозок было постепенное выбивание боеспособных тральщиков. Они подрывались на отдельных, неглубоко поставленных немцами минах. Настоящим бедствием стали неконтактные магнитные мины, от которых не спасала малая осадка. Эти мины срабатывали от магнитного поля корабля. Сталин Ворошилову. Телеграмма от 26 августа. Согласен с твоим предложением насчет оставления Таллина и отвода войск на корабли. Приказ об эвакуации Таллина означал, что за один переход следовало перевести в Кронштадт около 150 боевых кораблей и катеров и 75 транспортных и вспомогательных судов.
Им предстояло пройти 220 миль через минные поля под огнем артиллерии, атаками торпедных катеров и ударами с воздуха. При этом имелось всего 26 тральщиков. Планировалось начать переход так, чтобы пройти через Юминду днем, когда подрезанные тралами мины хорошо были видны. Но начавшийся шторм спутал все расчеты. Переход начался только в середине дня, 28 августа. На кораблях и транспортных судах находилось свыше 20 тысяч военнослужащих, защитников Таллина и около 12 тысяч гражданских лиц. К минному заграждению корабли подошли вечером. Флот шел по центральному фарватеру, и немецкие морские батареи стреляли на пределе дальности. После первых всплесков боевые корабли прикрыли транспорты дымовой завесой. Из доклада немецкого командования. Из-за сильных дымовых завес никаких успехов при обстреле не наблюдалось. Прорыв в темноте через Юминду при недостатке тральщиков принес потери как в транспортах, так и в боевых кораблях. Крейсер и эсминцы продолжили свой путь в главную базу флота. Позади еще оставалось множество медлительных транспортов. Многие из них вскоре стали жертвой немецких бомбардировщиков. Из 75 вышедших из Таллина транспортов, 12 погибло на минах, 19 уничтожила авиация. Если бы боевые корабли остались прикрывать транспорты, потери от авиации были бы меньше. Но командование требовало сберечь боевые корабли. Несмотря на понесенный урон, основное ядро Краснознаменного Балтийского флота удалось сохранить. До главной базы дошел крейсер «Киров», два лидера, 11 подводных лодок из 13, 5 эсминцев из 10. Из принятых на борт кораблей и судов 28 тысяч человек доставлено 17 тысяч человек, включая 4 тысячи гражданских. На переходе погибло около 15 тысяч человек, включая членов экипажей кораблей и судов. Буквально через несколько дней последовал сентябрьский штурм Ленинграда немцами. В его отражении участвовало 131 корабельное орудие калибром крупнее 100 миллиметров. Из них треть принадлежала кораблям, прорвавшимся из Таллина. Но 41 год стал для Балтийского флота временем тяжелых потерь. Из 21 эсминца погибли 17. Из 65 лодок – 25. Из 17 базовых тральщиков – 10. Восполнить эти потери за счет строительства новых кораблей в блокадном Ленинграде было невозможно. К 1942 году надежды Гитлера на скоротечную войну с СССР окончательно рухнули. Немцам понадобилась долгосрочная защита их морских коммуникаций. На Балтике это были перевозки шведской железной руды и финского леса. На севере по морю практически полностью снабжались войска в Норвегии. На Черном море – перевозки сырья. Командование Кригсмарине в защите своих перевозок сделало ставку на мины. Помимо обычных и неконтактных мин, немцы использовали специальные противолодочные мины новейшей модели – УМБ. Помимо 5 рогов на верхней полусфере мины, еще 3 рога с детонаторами крепились на ее нижней полусфере. Ведь лодка в подводном положении могла коснуться мины как днищем, так и верхней частью корпуса. УМБ ставили на большее углубление, чем осадка транспортных кораблей, чтобы не мешать обычному судоходству. В начале 1942 года вдоль берегов Северной Норвегии немецкий флот установил обширные минные заграждения, а на побережье – средства наблюдения и артиллерийские батареи. Это сразу же сказалось на характере действий лодок советского Северного флота. Субмарины стали подрываться одна за другой. В апреле 1942 года на мине УМБ подорвалась и затонула лодка «Ща-421». В конце апреля из похода не вернулась «Ща-401», в мае – «К-23», в июне – «Д-3» и «М-176».
Успехи североморцев существенно снизились. Если в первом и втором кварталах они доложили о 21 потопленном судне, то в третьем всего о трех, а в четвертом только об одном. Потери Северного флота за год составили 9 лодок. 1942 год. Ленинград оставался в блокаде. Финский залив был густо перегорожен минами. Но крейсера и эсминцы не могли прорваться в Балтийское море не только из-за мин. После выхода из зоны истребительного прикрытия советским кораблям угрожали удары с воздуха. Шанс выйти на просторы Балтики имели только подводные лодки. Подводники переживали все трудности блокады вместе с населением города. По нормам им полагалось сливочное масло, вино, мясо. Но в осажденном городе обо всем этом пришлось забыть. К началу летней кампании часть экипажей имела те или иные стадии дистрофии. А на заводах Третьего рейха шведская руда превращалась в танки, артиллерийские орудия, снаряды и бомбы. Только балтийские подводники могли прервать морские перевозки Германии. 9 июня 1942 года. Первыми в этот день вышли в боевой поход лодки Ща-317 капитан-лейтенанта Мохова и Ща-304 капитана третьего ранга Афанасьева. Через три недели с лодки Мохова пришла радиограмма «Потопил 5 транспортов». Но на базу она не вернулась, и судьба ее до сих пор неизвестна. 2 июля на задание вышла лодка С-7 капитана третьего ранга Лисина. Ей удалось быстро и скрытно форсировать Финский залив, пройдя через минное поле в надводном положении. Последняя роль от Лисина. Он где-то здесь. Первыми нарушили нейтралитет шведы. Утром 9 июля С-7 была безуспешно атакована патрульным самолетом Швеции во время зарядки батарей. Тем же вечером С-7 атаковала и потопила пароход «Маргарета» с грузом угля. Через два дня потоплен шведский рудовоз «Лулео», шедший в составе большого конвоя с сильным охранением. Вопреки утверждениям шведского МИДа, оба судна потоплены за пределами территориальных вод Швеции. Однако политический скандал заставил командование направить лодку в район Виндавы. 30 июля вахта С-7 обнаружила группу из 4 судов. Для их атаки пришлось выполнить рискованный маневр. Лодка в надводном положении на полном ходу днем обогнала их. Пуск торпед производился с глубины всего 7 метров. В случае атаки С-7 просто не смогла бы успеть уйти на глубину. Но риск окупился. На дно пошел германский транспорт «Кёте». Все торпеды были израсходованы, когда на горизонте показался небольшой финский пароход. Шум винтов справа по борту. Приготовимся к сплытию. Есть, приготовиться к сплытию. По вооруженному пароходу открыли огонь из 45-миллиметровой пушки, так как на более мощной, 100-миллиметровой, заклинило затвор. Моряки расстреляли почти 400 снарядов. Пароход затонул, но Лисин успел снять со спасательной шлюпки командира и механика, доставив их в Ленинград. Это был один из немногих случаев, когда лодка доставила на базу языков. Все члены экипажа лодки С-7 были награждены орденами, а командир представлен к званию Героя Советского Союза. Одной из последних балтийских лодок в поход 19 сентября вышла лодка С-12 капитан-лейтенанта Тураева. В самом начале похода ее атаковал и повредил финский самолет. На лодке оказались пробиты топливные цистерны, и она оставляла на поверхности масляный след. Вскоре акустик услышал шум винтов финских катеров. Прямо по курсу шум винтов. Глубина погружения 30 метров. Батарея у лодки почти разрядилась, и возможностей для маневра практически не оставалось. Бомба! Спасла лодку смекалка ее командира. Изучая карту,
Тураев заметил небольшую впадинку на дне моря с глубиной 60 метров. Вокруг были глубины 40 метров, и финские катера сообразно этому устанавливали свои бомбы. С-12 легла в найденную ложбинку и затаилась. Вокруг гремел настоящий ад. Моряки слышали не только грохот глубинных бомб, но и удары падающих на лодку осколков. Весь корпус содрогался, осыпалась пробковая изоляция, но лодка осталась невредимой. Ночью С-12 оторвалась от преследования. Тураев не стал прерывать поход и вскоре вышел на позицию. Но атака германского устаревшего учебного линкора «Шлезиен» не удалась. Торпеды прошли мимо. Вскоре охоту Тураева прервал шторм. 17 октября 1942 года С-7 капитана третьего ранга Лисина вышла во второй боевой поход. Вновь дерзко ночью в надводном положении лодка прорвалась через вражеское минное заграждение. Но во время зарядки аккумуляторной батареи С-7 атаковала финская подводная лодка. Погибло 42 подводника. Только верхнюю вахту, тех, кто находился на мостике, включая командира, сбросило взрывной волной в море. Они оказались в плену. О присвоении звания Героя Советского Союза Лисин узнал в лагере. После выхода в 1944 году в Финляндии из войны он вернулся на службу. В 1945 году участвовал в войне с Японией. Вышел в отставку в 1970 году. В 1942 году советские подводники на Балтике провели ряд результативных атак. Обладая сотней кораблей-охотников и других противолодочных кораблей, германское командование в течение лета и осени на треть увеличило свою морскую группировку в Балтике. Но этого все равно оказалось недостаточно для эффективной защиты от советских лодок. В 1942-м советские подводники потопили не менее 21 судна и повредили 9. Собственные потери, в основном на минах, составили 12 лодок из 27 выходивших в поход. Немецкий флот должен использовать все свои силы для обороны Норвегии. Необходимо перевести туда все линейные корабли, которые к тому же можно использовать для атаки арктических конвоев. Такие слова произнес Гитлер в декабре 1941 года. По личному приказу фюрера на севере сосредотачивались крупные силы авиации и подводные лодки. Такой стала реакция Германии на возросшую активность британского флота в арктических водах. Королевский флот обеспечивал проводку транспортов с вооружением, техникой и продовольствием для Красной армии в Мурманск и Архангельск. Поставки из Англии и США осуществлялись в рамках программы «Ленд-лиза». Охранять индивидуально каждый транспорт не представлялось возможным. Поэтому они сводились в крупные группы, так называемые «конвои» под защитой боевых кораблей. Конвои, идущие в СССР, обозначались буквами PQ, возвращавшиеся обратно – QP. Первый конвой с обозначением PQ-1 «Дервиш» пришел в Архангельск 31 августа 1941 года. Конвои шли на расстоянии 150-300 миль от норвежского побережья со скоростью не более 9-10 узлов. Условия плавания в северных широтах крайне тяжелы. Осенью и зимой наступает период штормов. Высота волн доходит до 5 метров, а температура воздуха опускается до 30 градусов ниже нуля при порывистом штормовом ветре. Даже опытные моряки во время штормов нередко страдали от приступов морской болезни. Советские эсминцы Северного флота вместе с английскими кораблями участвовали в сопровождении транспортов. Они прикрывали их в зоне своей ответственности от атак авиации и подводных лодок.
Количество судов в конвоях постепенно увеличивалось. Поначалу их было всего по 8-12. Первые 7 конвоев в 1941 году прошли вообще без потерь. Лишь конвой PQ-7A, прибывший в Кольский залив 11 января 1942 года, был впервые атакован подводной лодкой. Один транспорт был потерян. Численность конвоев постепенно увеличилась, но одновременно росли потери. В составе конвоя PQ-16 насчитывалось уже 35 судов, 30 союзных и 5 советских. Они пробились в Архангельск и Мурманск с большим трудом и понесли чувствительные потери под атаками немецких подводных лодок и авиации. 5 судов конвоя было потоплено, еще 4 повреждены. После прихода конвоя PQ-16 британский премьер Черчилль телеграфировал Сталину. «Мы настроены решительно пробиваться к вам, все с большим количеством вооружений и боеприпасов». Однако завершалась телеграмма Черчилля на тревожной ноте. «Из-за Тирпица и других надводных кораблей противника плавание каждого конвоя становится серьезной военно-морской операцией». Повинуясь приказу фюрера, в начале 1942 года на Северный морской театр были перебазированы главные силы германского флота, включая новейший линейный корабль «Тирпиц». В марте 1942-го эскадра во главе с «Тирпицем» уже выходила для атаки конвоя PQ-12, но не смогла его обнаружить из-за плохой погоды. Новый конвой PQ-17 покинул Исландию 27 июня 1942 года. PQ-17. На тот момент он стал самым многочисленным караваном союзников. В его состав входили 34 судна, в том числе 2 советских – танкеры «Азербайджан» и «Донбасс». Перевозимого им оружия и техники хватило бы для вооружения армии численностью в 50 тысяч человек. Для защиты конвоя англичане выделили значительные силы. В состав непосредственного эскорта входило 19 боевых кораблей и 2 подводные лодки. Отряды ближнего и дальнего прикрытия включали 2 линкора, авианосец, 6 крейсеров и 17 эсминцев. В свою очередь, немецкое командование собрало в кулак группировку из новейших боевых кораблей во главе с «Тирпицем» для разгрома очередного конвоя союзников. Операция получила кодовое наименование «Рёссельшпрунг» — «Ход конем». 4 июля конвой атаковали германские самолеты, но боевые корабли охранения отбили атаки. В это время первый лорд британского адмиралтейства сэр Дадли Паунд собрал свой штаб на экстренное совещание. Он сообщил, что по данным разведки, крупное соединение боевых кораблей «Кригсмарины» вышло в море для атаки конвоя. Силы ближнего и дальнего прикрытия конвоя заведомо уступали германской эскадре. Командующий эскортных сил получил приказ. Секретно, безотлагательно. Адмиралтейство, командующему эскортом PQ-17, конвою рассредоточиться. Это произошло в 22:30 4 июля. Корабли прикрытия и эсминцы непосредственного охранения покинули транспорты и отошли на запад. Тем самым они уклонялись от встречи с немецкой эскадрой, курс которой стал известен благодаря радиоперехватам. После этого конвой был обречен. Брошенные на произвол судьбы транспорты направились к Новой Земле и Кольскому заливу. Рассыпанные по морю суда становились легкой добычей для вражеских подводных лодок и авиации. Поврежденные самолетами корабли добивали подводные лодки. По оценке англичан, самое позднее, утром 6 июля, на горизонте ожидалось появление тяжелых кораблей немцев. Советский Северный флот с его 4 новыми эскадренными миноносцами не мог заменить ушедшие английские корабли. 3 советских корабля занялись поиском разбросанных на большом пространстве транспортов и подверглись атакам авиации. Но переломить обстановку они не смогли. Советская подводная лодка К-21, героя Советского Союза капитана 2-го ранга Лунина, шла к берегам Норвегии. В 16:22 5 июля 1942 года акустик лодки доложил об обнаружении шумов, которые принадлежали германской эскадре во главе с линкором «Тирпиц».
Германские корабли шли на перехват конвоя PQ-17. Осознавая опасность со стороны боевых кораблей, командир лодки лишь на короткое время поднимал перископ для наблюдения за целью. Погода оставалась хорошей, и бурун от перископа был виден издалека. Немецкие корабли шли на высокой скорости, что сокращало время для атаки. Убрать перископ. Погружение 10 метров. Когда Лунин уже выходил на курс эскадры для атаки, вражеские боевые корабли сменили курс. План пришлось менять. Курс 305. Лево на борт. Лево на борт. Самый полный вперед. Самый полный вперед. Теперь оказавшаяся внутри ордера эскадры К-21 могла поразить цель только кормовыми торпедными аппаратами. Аппараты, пли! Лунин выпустил 4 торпеды, и подводники замерли, ожидая взрывов торпед. Десять секунд. Два взрыва слышали на К-21, и подводники приняли их за попадание в цель. Командир лодки дал радиограмму командующему флотом об успешной атаке вражеской эскадры. Но подводники ошиблись. Торпеды прошли мимо. Ближе к вечеру германское соединение пыталось атаковать британская субмарина, но она даже не смогла прорваться через завесу эскорта. Тем же вечером командующий германским флотом гросс-адмирал Редер принял решение о возвращении немецкой эскадры на базу. Она была обнаружена противником, и Редер опасался за судьбу своих крупных кораблей. Из 34 судов конвоя PQ-17 потоплено 23, то есть 2/3. На дно пошли 80% отправленных в СССР автомашин, 70% танков и 70% самолетов. Во избежание повторения разгрома движение конвоев приостановили почти на 3 месяца. Следующий конвой PQ-18 отправился в путь только в сентябре. Он потерял 10 судов из 39 отправленных. На потопленных судах погибли 153 человека. Советскими кораблями спасены 300 английских и советских моряков. В период с 5 по 24 июля корабли Северного флота совершили 193 выхода для поиска и конвоирования транспортов. Авиация флота произвела 304 вылета на разведку, поиск и прикрытие судов. В атаке на PQ-18 немецкие крупные корабли уже не участвовали. Инциденты с оставлением конвоя силами прикрытия больше не повторялись. В проводке PQ-18 вместе с кораблями союзников принимал участие эсминец Северного флота «Гремящий». В конце 1942 года несчастливое сочетание PQ заменили другим – JW. Черноморский флот, как и Балтийский, стал заложником обстановки на сухопутном фронте. Немецкие наступления фактически вытеснили главные силы флота из Севастополя, который героически оборонялся до начала июля 1942 года. Основной задачей подводных лодок стала борьба с транспортами на коммуникациях противника, порой стоящих очень далеко от родных берегов. Обнаруженный верхней вахтой подводной лодки «Ща-205», идущий под берегом транспорт не нес ни марок нейтралитета, ни каких-либо признаков государственной принадлежности. Это контрабандисты. Согласно англо-турецкому соглашению, вся хромовая руда, добытая в Турции, приобреталась в Великобритании. Таким способом они хотели лишить хрома Германию. Эта легирующая добавка была важнейшим компонентом для военного производства. Однако немцы сумели договориться с Турцией о контрабандных поставках этой дефицитной руды. Для борьбы с этими перевозками у берегов Болгарии и действовали советские подводные лодки. Увидев лодку, капитан турецкого транспорта Дуатепе предпочел спрятаться в одной из бухт на побережье. Командир советской подводной лодки, капитан-лейтенант Сухомлинов, решил потопить цель артиллерией.
136 выпущенных 45-миллиметровых бронебойно-зажигательных снарядов превратили турецкое судно в плавучий костер. Следующей жертвой лодки стал небольшой турецкий транспорт «Шафак». Носовые аппараты к бою! Носовые аппараты к бою! Интервал 5 секунд! Первый аппарат! ТОВС! Интервал 5 секунд! Первый аппарат! ТОВС! Две всаженные в борт торпеды буквально разнесли судно в клочья. Следующим походом Ща-205 22 июня 1942 года стала доставка в сражающийся Севастополь боеприпасов. В обратный путь лодка взяла 50 раненых защитников города. Для небольшой «Щуки» это было очень много. Под атаками вражеской авиации, сбросившей около 40 глубинных и авиационных бомб, лодка с заклиненными рулями прибыла в Новороссийск. Черное море не столь тесный и опасный театр военных действий, как Балтика. Трудности здесь создавали малые глубины 10-15 метров, а местами до 8 метров. Немцы плотно прикрывали противолодочными минами прибрежные районы. Но лодки продолжали атаковать вражеские транспорты. 21 октября 1942 года капитан-лейтенант Гришилов на малютке М-35 потопил идущий в охранении канонерской лодки и двух тральщиков немецкий танкер «Лепрогресс» с грузом сырой нефти и бензина. В августе 1943-го капитан третьего ранга Гришилов уже на более крупной лодке Ща-215 потопил турецкий транспорт «Тисбе», сопровождаемый двумя эсминцами и двумя охотниками за подводными лодками. На дно пошли 1600 тонн контрабандной хромовой руды. В 1944 году Гришилов был удостоен звания Героя Советского Союза. Действия советских подводных лодок на Балтике в 1942 году заставили немцев предпринять экстренные меры. Минных заграждений было явно недостаточно. Весной 1943 года германское командование пошло на возведение поперек Финского залива громадного сетевого заграждения. На протяжении 25 морских миль между островами Найсаар, скалой Порккала и островом Мякилуота в два ряда залив перегородила гигантская стальная сеть «Валерос». Сеть была достаточно прочной, чтобы ее не могла прорвать даже самая крупная подводная лодка. Немцы усилили и минные заграждения, установив еще 9000 мин. На острове Гогланд появилась немецкая станция прослушивания для обнаружения лодок. Новое сражение под водой и над водой началось. Советское командование не знало о новом заграждении противника, и вечером 17 мая 1943 года гвардейская подводная лодка Ща-303 капитана третьего ранга Травкина вышла в море. 19 мая лодка коснулась минрепа, а гидроакустик зафиксировал ритмично повторяющийся скрежет металла. Это звук сетей заграждения. Их раскачивает волнами. Травкин сделал правильный вывод, что это звук, раскачиваемый волнами сети. Несколько попыток преодолеть заграждение успеха не принесли. Лодка словно в невидимую стену упиралась в подводные препятствия. Акустик постоянно обнаруживал присутствие противолодочных кораблей противника, которые сковывали маневр субмарины. Подготовить радиограмму на землю. В районе обнаружены сети. Координаты. Другой вышедшей в море подводной лодке Ща-408 повезло меньше. Она была обнаружена противником и потоплена. Краснознаменная подводная лодка Ща-406 героя Советского Союза капитана третьего ранга Осипова также не вернулась на базу. Когда лодка Травкина пришла на базу, это было воспринято как возвращение с того света. Командование флота не оставляло мыслей о прорыве вражеского сетевого заграждения. Сети бомбили с воздуха, надеясь пробить в них бреши.
Одновременно было решено направить находящиеся у острова Лавенсари подводные лодки с задачей произвести разведку сетей и форсировать их на предельной глубине. 28 июля для выполнения этого задания отправилась в поход лодка С-12 капитана третьего ранга Бащенко, а 30 июля С-9 капитана третьего ранга Мыльникова. 29 июля командование получило донесение от С-12 о благополучном форсировании Гогландского рубежа, а 1 августа о том, что лодка производит зарядку аккумуляторной батареи. В дальнейшем связь с кораблем прекратилась. Предположительно, лодка потоплена вражескими кораблями. Вечером 30 июля 1943 года из базы вышли С-9 и С-12. С-9, подойдя к заграждению, выстрелила по нему торпедой. Обследование сети показало, что ни бомбы самолетов, ни торпеда не нанесли ей видимых повреждений. С-9 направилась обратно, но на базу она также не вернулась. После этого попытки прорыва через сетевые заграждения «Валерос» были прекращены. В подводной войне на Балтике наступила вынужденная пауза. В силу географических условий корабли Черноморского флота запереть на базах было непросто. Поэтому они обладали большей свободой действий, чем моряки-балтийцы. Но черноморцам пришлось в полной мере ощутить воздействие новинки Второй мировой – противокорабельной авиации. Надводные корабли Черноморского флота в течение войны предпринимали ряд набеговых операций на порты Румынии и оккупированного немцами Крыма. Самый первый набег 26 июня 1941 года с целью нанесения артиллерийского удара по нефтехранилищам румынского порта Констанца закончился потерей лидера «Москва» на мине. Последующие атаки побережья продумывались уже гораздо тщательнее. Их целью было разрушение портовых сооружений, уничтожение складов и нефтебаков. Удары по портам Крыма, оккупированного врагом, казались более безопасными. В ночь на 6 октября 1943 года отряд из лидера Харьков, эсминцев «Способный» и «Беспощадный», вышел из Туапсе для обстрела немецких позиций в Ялте и Феодосии. Обстреляв цели, корабли легли на обратный курс. В 8 часов 15 минут отряд атаковали 8 юнкерсов, прикрываемых 4 истребителями. Лидер Харьков, получивший прямое попадание в котельное отделение, был взят на буксир способным. Еще 4-жды немецкая авиация атаковала корабли. В последнем налете участвовало уже 25 юнкерсов и большая группа истребителей. В сражение вступили истребители ВВС флота. Силы были слишком неравными. Тем не менее, истребители и зенитчики уничтожили 18 вражеских самолетов. В этом бою все 3 советских корабля погибли. Катера и гидросамолеты спасли 123 человека. Погибло 780 моряков. После этой трагедии ставка главкомандования запретила без специального разрешения использовать крупные надводные корабли вдали от своих баз. Моряки на мостике подводной лодки напряженно вглядывались в темноту. Наконец, с берега мелькнул долгожданный сигнал фонариком. Подводная лодка С-56 Северного флота в ночь с 5 на 6 апреля 1943 года высаживала разведгруппу на побережье противника. Это была одна из типичных задач советских подводных лодок во время войны. Они регулярно высаживали и забирали разведывательные и диверсионные группы. Подводная лодка С-56 капитана второго ранга Щедрина недавно прибыла на север с Тихоокеанского флота. Для этого ей пришлось преодолеть долгий и опасный путь через 2 океана. Такой же трудный и опасный переход совершили лодки С-51, С-54 и С-55. Условия действий для подводных лодок на Северном флоте отличались от других театров военных действий.
Здесь их целью становились не только одиночные корабли, но и охраняемые конвои. 17 мая 1943 года С-56 обнаружила конвой противника, в состав которого входили танкер и транспорт в охранении 8 кораблей. Находясь на позиции в районе Танефьорда, Щедрин произвел 4-торпедный залп. Вскоре подводники услышали 3 взрыва. Одним залпом С-56 повредила танкер «Ойрштадт», перевозивший 1300 тонн горючего. Потопила грузовой пароход «Вартеланд». За удачной атакой последовало 6-часовое преследование. Немцы сбросили около 60 глубинных бомб, но ни одна из них не достигла цели. С-56 совершила 8 боевых походов, 12 раз выходя в торпедные атаки. Капитан Щедрин стал кавалером Золотой Звезды, Героя Советского Союза. А подводная лодка С-56 преобразована в гвардейскую и награждена Орденом Красного Знамени. С-56 заняла почетное место в мемориале боевой славы Тихоокеанского флота, став лодкой-музеем. В центре Советско-Германского фронта гремело сражение под Сталинградом на Курской дуге. Наши войска наступали в Белоруссии и на Украине. Но на севере фронт оставался практически неизменным. Северные конвои с грузами ленд-лиза проходили под защитой сильного флота союзников и кораблей Северного флота. Их главным врагом были волчьи стаи немецких подводных лодок и авиация. Северному флоту тоже удалось поучаствовать в охоте за германскими субмаринами. 28 августа лодка С-101 капитан-лейтенанта Трофимова, находящаяся к северо-востоку от мыса Желания, обнаружила в Карском море вражескую подлодку. 3-торпедный залп С-101 стал гибельным для возвращавшейся с минной постановки в Карском море немецкой подводной лодки У-639. 5 сентября 1944 года в Карском море советский тральщик Т-116 под командованием капитан-лейтенанта Бабанова глубинными бомбами уничтожил германскую подводную лодку У-362. А осенью 1944 года Северный флот принял активнейшее участие в Петсамо-Киркинесской операции. Советское наступление началось 7 октября, а в ночь на 10 октября в тылу немецкой обороны высадился морской десант численностью около 3000 человек. Уже 15 октября советские войска в ходе дальнейшего наступления овладели портом Петсамо. Вскоре они вышли на территорию Норвегии и заняли порт Киркинес. Если неудачи Красной Армии в 1941 году привели к блокированию главных сил Балтийского флота, то успехи в 1944-м обеспечили ему свободу маневра. Выход из войны Финляндии позволил флоту вырваться из оков сетевого и минного заграждений. Лодки обходили его вдоль финского побережья и даже стали базироваться в финских портах. В начале 1945 года наступление Красной Армии заставило немцев спешно эвакуировать свои войска из Восточной Пруссии. Вместе с солдатами и техникой морем на судах перевозились беженцы. Одним из таких судов был лайнер «Вильгельм Гуслов», служивший плавбазой школы подводного плавания. Он покинул рейд Косыхель Данцигской бухты в шторм и снегопад днем 30 января 1945 года. На борту находилось около 6600 человек, включая 918 курсантов 2-го учебного дивизиона школы подводного плавания и 4600 человек беженцев. Сопровождавший лайнер-миноносец «Лёв» с трудом поспевал за ним в неспокойном море. Опасаясь столкновений с другими конвоями больше, чем лодок противника, Петерсон включил ходовые огни. Именно по ходовым огням в 21.10 30 января 1945 года лайнер обнаружила верхняя вахта лодки С-13 капитана 3-го ранга «Маринеско». Более часа лодка шла на полной скорости за противником.
Догнав судно, Маринеско атаковал его четырьмя торпедами. Одна торпеда не вышла из аппарата, но три другие попали в цель. Лайнер затонул. Иногда Маринеско упрекает за атаку гражданского судна. Однако он имел полное право атаковать судно, идущее в охранении боевых кораблей. 10 февраля С-13 атаковала транспорт «Штойбен», двумя торпедами отправив его на дно. На этот раз большую часть пассажиров составляли военнослужащие вермахта, частью раненые. Первые месяцы 1945 года стали временем убедительных успехов Красной Армии. Советские войска прошли Польшу, Венгрию, вышли на подступы к Берлину и Вене. Однако в Восточной Пруссии, Курляндии и Померании еще оставались очаги сопротивления немецких войск, прижатых к берегу Балтийского моря. Прерывание коммуникаций этих изолированных группировок врага стало последней войне задачей подводных лодок Балтийского флота. Яркий прожектор тщательно обшаривал водную гладь подступов к бухте. Периодически раздавались взрывы глубинных бомб. 2 апреля 1945 года командир подводной лодки Л-3 Коновалов с беспокойством наблюдал за входом в Данцигскую бухту. Ему предстояло прорваться в бухту, но он убедился, что приказ этот невыполним. Коновалов принял решение занять позицию на подступах к бухте. Коса Хель в последние дни войны стала местом напряженных морских баталий. Немцы стремились вывести остатки своих войск для решающих последних сражений. Моряки-балтийцы блокировали эти перевозки. 17 апреля 1945 года гвардейская подводная лодка Л-3 обнаружила конвой. Он шел от косы Хель в Свинемюнде. Ночью Коновалов занял позицию для атаки и дал трехторпедный залп. Через 70 секунд две торпеды поразили вражеский транспорт. Позднее выяснилось, что был потоплен германский теплоход «Гоя», на борту которого находилось свыше 6500 человек, в основном военнослужащих. В июле 1945 года Коновалов стал героем Советского Союза. Награды также получил экипаж. Если бы немцы заранее знали, сколько неприятностей принесет им подводная лодка Л-3, то, возможно, утром 22 июня 1941 года бомбили бы именно ее, а не самолеты на аэродроме в Либаве. Эта лодка прошла всю войну, от ее первого до последнего дня. Ныне ограждение рубки Л-3 экспонируется на открытой площадке музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Отгремела война. Советские люди отпраздновали День Победы 9 мая 1945 года. А 22 июля на кораблях Советского военно-морского флота были торжественно подняты флаги. В этот день, День военно-морского флота, состоялись парады, и до личного состава был доведен приказ Верховного главнокомандующего. В нем говорилось: «Флот до конца выполнил свой долг перед Родиной».